Среди этих мальчишек и девчонок нет тех, кто учился понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Традиционный предновогодний бал старшеклассников организует Управление образования администрации Ленинского района. Это мероприятие – своеобразный способ поощрения тех, кто отличился в учебе и общественной жизни школы и района. Проводится он уже несколько лет, и каждый раз те, кому посчастливилось на него попасть, ждут начала праздника с большим волнением. От прошлого года у моих одноклассников, так сказать, впечатления были потрясающие. И в этом году ждут еще больших впечатлений. Собираться ученики начинают задолго до самого бала. Обязательная традиция – фото на память у больших светящихся цифр. Естественно, что в нынешнем году это 2017. Кроме того, каждый может принять участие в своеобразных интерактивных играх. Например, нарядить новогоднюю елку. На шариках нужно написать название экзаменов, которые будешь сдавать, шарик повесить на елку, тогда все сдашь без проблем. Или написать желание на полоске бумаги, а потом сложить ее определенным образом. Вроде все просто, но какая-то сноровка все же требуется. Ребята подходят волнами и делают очень, ну, у некоторых не складывается, это объясняю тем, что они написали желание, которое, ну, не выполняется. После разминки, наконец, открываются ворота большого зала, и участники устремляются на танцпол. Надо признать, организаторы постарались, чтобы удивить пришедших. Инсталляция из многочисленных светящихся воздушных шариков, мегаватты звука, интерактивные экраны, разноцветные прожектора. И хотя мероприятие носит старинное название «бал», все же это ультрасовременная дискотека. В этом году ставилась такая задача, как и в прошлом, удивить. А во-первых, во-вторых, еще больше сплотить наших школьников, которые обучаются у нас в Ленинском муниципальном районе. Новогодний бал тоже был вписан в концепцию видной зимы, называется видный новогодний бал. Поэтому и вы видите, и оформление, и сувениры, они все вот выдержаны в этом стиле, который у нас присутствует в этом году. Несмотря на то, что это дискотека, все же официальная часть, с выступлением кого-либо из представителей администрации обязательно. В этот раз перед школьниками выступила начальник управления образования администрации Ленинского муниципального района Ольга Алешкина. Впрочем, на этом часть официальная и закончилась. Чиновница переместилась за диджейский пульт и дала начало танцам. Продолжалась вечеринка более 4 часов, и стоит думать, она, как и ее предшественницы, также оставили неизгладимые впечатления у тех, кто сегодня собрался в этом зале. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.